Всем привет! Сегодня мы оцениваем игру «Фраг». Погнали! Ну, в эту игру я уже играю, поэтому я знаю, здесь есть много персонажей, например, вот Гадес, и очень-очень их много, я даже не знаю даже, как прочитать здесь. Ну, их много у меня, вот, например, Вулфсон, а вот это Олли, мой любимый персонаж. Заходим в игру и сразу же видим хорошую графику. Играя за своего персонажа Олли, и это очень крутой персонаж. И, блин, меня убил здесь фрагмент. Тут мы тупо разносим вот эту их башню и ломаем, да, как бы. Здесь очки нашей базы и вражеской. Мой персонаж Олли умеет круто летать на доске. И здесь я побеждаю из-за того, что у меня осталось больше очков, чем у него на базе. Мне игра нравилась и нравится. Игра крутая, ставлю 4,5. Потому что она может быстро надоесть, и это очень бесит.